Всем привет! Давайте разберем эту песню. Итак, аккордов тут, в принципе, немного, но они все интересно играются, так что давайте сразу разбираться. Ставим каподастр на первом ладу и зажимаем на четвертой струне третий лад. Я считаю, что, ну, как будто каподастра нет, то есть первый лад, второй, третий, вот так. Итак, поехали. Играем такой перебор. Зажали на четвертой струне третий лад. Играем такой перебор. Шестую, четвертую, третью, потом вторую, четвертую, вторую. Дайте еще раз. Шестую, четвертую, третью, вторую, четвертую, вторую. Получается вот так. Теперь мы играем такой перебор. Шестую, четвертую, вторую, четвертую, вторую. Подождите. Нет, чуть-чуть неправильно вам сказал. Шестую, четвертую, вторую, третью, вторую. То есть 6, 4, 2, 3, 2. И начинаем заново. Давайте все вместе медленно сыграю. Давайте еще раз. 6, 4, 3, 2, 4, 2. 6, 4, 2, 3, 2. И начинаем заново. Теперь зажимаем на третьей струне шестой лад, на второй струне четвертый лад. Играем такой перебор. Пятую, третью, вторую, третью. И потом пятую, третью. Все вместе получается вот так. 5, 3, 2, 3, 5, 3. Такой перебор. Его мы играем два раза. Теперь зажимаем на шестой струне четвертый лад, на третьей струне пятый лад и на второй струне второй лад. Тут мы играем тот же самый перебор, но вместо пятой струны используем шестую. То есть 6, 3, 2, 3, 6, 3. Тоже два раза. Потом играем как обычно, ну, как самое вступление, самое начало. И потом переходим на бой. Ставим АМ. Играем такой бой. Так, давайте сейчас помедленнее попробую. Вниз, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз. Так, сейчас еще раз. Давайте сейчас скажу. Вниз, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вниз. Вот. Вниз, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вниз. Аккорд АМ мы играем два раза этим боем. Давайте еще раз. Вниз, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вниз. Вот. Вот два раза. Ну вот. Вот, как глушенно он звучит. То же самое аккорд G, но мы внизу ничего не зажимаем. Зажимаем только на шестой струне четвертый лад и на пятой струне третий лад. Потом ставим ЕМ и играем этот бой 4 раза. Опять АМ 2 раза. И G 2 раза. Так играется основная часть, ну, первая часть песни, потом идет такой мотив. Давайте его разберем. Тут уже другие аккорды. Ставим С.
Играем такой перебор. Пятую, третью, первую. Теперь на второй струне играем четвертый лад, вот мизинцем зажимаем, и потом на второй струне второй лад, он у нас уже зажат. И в конце третью струну дергаем. Вот весь С получается вот так. Ставим АМ. Тут мы играем пятую, четвертую, на второй струне второй лад, потом первый лад у нас каподастр стоит, и потом третью струну и четвертую струну. Вот весь АМ получается вот так. Если оба аккорда склеить, получается вот так. Ставим теперь аккорд G. Это будет на шестой струне четвертый лад. Нам, кстати, достаточно на шестой струне четвертый лад зажать. Играем такой перебор. Шестую, четвертую, вторую. Теперь на третьей струне играем третий лад, первый лад. Первый лад, не забывайте, что каподастр. И потом четвертую струну. Вот. G получается вот так. Так, G играется два раза, но по-разному. Так играется G первый раз, второй раз чуть-чуть по-другому. Итак, как второй раз играется? Также оставляем на шестой струне четвертый лад. Играем шестую, четвертую. На третьей струне третий лад. Теперь играем вторую открытую, третью открытую и четвертую открытую. Получается вот так. И начинаем заново. Потом у нас идет последняя часть песни. Тут мы играем в самом начале. Достаточно, кстати, тут можно ничего не зажать. Вот мы G доиграли. Теперь сбрасываем всю руку, ничего не зажимаем. Играем шестую, вторую, третью, вторую, третью. Получается вот так. Теперь зажимаем на шестой струне и второй струне четвертый лад. Играем шестую, вторую, первую, вторую, третью. Теперь зажимаем на третьей струне третий лад. Играем четвертую, третью, вторую, третью. И четвертую в конце. Так, давайте еще раз. Поставили на третьей струне третий лад. Играем четвертую, третью, вторую, третью, четвертую. Теперь зажимаем такой аккорд. На пятой струне четвертый лад, на четвертой струне шестой лад и на третьей струне третий лад. Играем пятую, четвертую, третью, четвертую, пятую. И начинаем. А, нет, там не совсем заново, там первый аккорд чуть-чуть по-другому. Потом вот мы самый первый аккорд, да, вот тут играли вот так. Это только первый круг играется, а второй круг, ну, вот так его зажимаем. Итак, давайте скажу, как тут зажать. На второй струне четвертый лад, на третьей струне пятый лад и на четвертой струне шестой лад. Тут мы играем шестую, третью, вторую, третью, четвертую. А все остальные три аккорда также, как было.
Потом можно чуть-чуть бой усложнить, ну, вернее, перебор. В конце еще играть предыдущую струну. Вот, например, вот в этом аккорде, да, вот мы сыграли. Сыграли четвертую, и потом в конце еще раз третью. Так уже как бы более интенсивно, ну, более активно звучит этот перебор. То есть в G мы играем еще раз вторую струну. Это у нас аккорд D. Мы еще раз третью дергаем. И тут тоже еще раз четвертую. Осталась у нас концовка. Сбрасываем руку, ничего не ставим. Опять играем шестую, вторую, третью, вторую, третью. Теперь зажимаем на четвертой струне пятый лад. Играем пятую, четвертую, третью, четвертую, пятую, четвертую. Так, подождите сейчас. А, нет, тут не нужно. А, в общем, смотрите, вот мы сыграли открытые. Да, на четвертой струне зажали пятый лад. Играем пятую, четвертую, третью, четвертую, пятую. Теперь зажимаем на шестой струне четвертый лад, на четвертой и третьей струне третий лад. Играем шестую, четвертую, третью, четвертую, шестую. Теперь зажимаем на шестой струне второй лад. Играем шестую, четвертую, третью, четвертую, шестую. Только на шестой зажали струне, то есть четвертая и третья у нас открытые. Получается вот так. Вот давайте чуть-чуть склеим. Давайте еще раз. Остался у нас последний аккорд. На шестой струне зажимаем второй лад, на пятой струне шестой лад и на четвертой струне четвертый лад. Играем шестую, пятую, четвертую, пятую, шестую. В конце потом шестую открытую дергаем. И можно сделать флажолеты на 13-м ладу. То есть просто, да, подставляем палец и проводим вниз. Ну, либо Е провести, и все. То есть вот так. В целом, вот вся песня. Всем спасибо. Пишите, что еще подобрать. Всем пока.